Посмотрите, у нас присоединена огромная лоджия, увеличившая нашу кухню-гостиную квадратов на 5. Фасадное остекление заменено. И у нас стоит только один радиатор и теплый пол с керамогранитом. И вы можете обратить внимание, что конденсата никакого нет. И я хочу, чтобы наш заказчик подтвердил, что в квартире тепло, хорошо, и конденсат никакой не появляется. Да, в плане как бы утепления здесь все в порядке. Стеклопакеты были заменены на теплые, рамы были утеплены. Соответственно, сформирован теплый пол в зоне лоджии и вертикальный радиатор стоит. В квартире достаточно тепло. Даже на самом деле, когда здесь не было подключено отопление, внутри было тепло даже уже в холодное время года. Но в том числе благодаря тому, что на самом деле все современные дома сейчас достаточно энергоэффективные и хорошо утеплены. А вы можете это объяснить как конструктор, инженер, ну, да? Да, отчасти, да. Вот, поэтому здесь было тепло даже без включенного отопления. Естественно, сам пол будет у вас холодный, если вы не будете включать теплые полы, но в самой квартире будет всегда тепло. А какую уже температуру вы здесь были, там отрицательно минус 15, минус 20, и это не влияло никак? Слушайте, ну таких морозов не было, но в целом вот всю зиму до Нового года мы здесь подключили отопление. В квартире постоянно как бы тепло, комфортно, можно ходить там в футболке без проблем.